Всем добрый день, мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня у нас будет проходить мастер-класс по составлению и упаковыванию букетов. Для составления нашего с вами букета сегодня нам потребуются вот такие вот цветы. Здесь у нас с вами розы, герберы, альстромерия и хризантемы. И также небольшая зелень нам понадобится. Ак, приступим. Смотрите, такой очаровательный, яркий, красивый букет у нас с вами получился. Выполнен он в спиральной технике. Все цветочки у нас с вами уложены по спирали. Теперь мы аккуратненько его завязываем. И теперь нам нужно его немножечко укоротить, подрезать, подровнять стебелечки под один, чтобы они потом хорошо лежали у нас с вами, стояли, вернее, в вазочке, пили водичку. И теперь мы начинаем с вами упаковывать его. Для упаковки нам понадобится вот такая бумага. Производитель нам заявляет, что это влагостойкий крафт. Сейчас мы это с вами проверим. Нам нужна с вами одна маленькая полоска. Она пойдет у нас с вами на низ, будет прикрывать стебельки. И три полосочки побольше. Также нам понадобится бумага тишью. И уже красивая декоративная ленточка, которой мы в конце концов все завяжем. Сначала упаковываем букет в тишью. Это у нас будет первый слой. Складываем наш листочек немного наискосок. Не смотрите на то, что она мята, ничего страшного в этом не будет. Примерно вот так. Теперь берем наш букет, переворачиваем его аккуратненько. И начинаем прикладывать эти листы к нему таким вот образом. Завязываем. Эти листы тоже складываем по тому же принципу, немножечко наискосок. Три таких листочка у нас тоже получилось. Опять берем, переворачиваем и делаем уже второй слой. Уже с этой бумагой смотрим, чтобы она красиво лежала. Завязываем сначала здесь тоже технической веревочкой. Теперь нам с вами понадобится вот этот вот маленький кусочек, который мы оставляли на ножке. Декорируем им. Сверху. Давайте вам покажу, как это делать. И вот уже здесь мы завязываем красивой лентой в итоге. Какую-то часть мы скрепляем, вот где у нас уголочки остались. И теперь нам нужно вот эту вот бумагу, которую мы делали первый слой тишью, нам нужно ее немножечко измять и сделать такую легкую воздушную небрежность. Так, ну и вот уголочки, которые вам кажутся лишними немножечко, можно их чуть-чуть убрать. Все, наш замечательный букет готов.